здравствуйте, гости нашего канала. Я сегодня хотела вам показать, что мы готовим нашим деткам в садике. Посмотрите, на завтрак у нас гречневая каша со сливочным маслом и молочком. На полдник, посмотрите, сколько мы фруктов даем разного вида. Смотрите, у нас здесь и яблочки, клубничка, черника, ежевика. А еще персики. Так, и даем, конечно, водичку. На обед у нас сегодня пюре. И будет у нас вермишелевый суп с грудкой. И на второй полник у нас будет, вот я сделала замес, будут блинчики. Вот так мы своих деток кормим. Три раза в день они молочко пьют у нас. Еще и органическое. Вот так в частных садиках. Ну, я не знаю, все, во всех, не во всех, но в нашем точно все органическое, все домашнее на сливочном масле. Спасибо за внимание.